Ну, я как-то, понимаете, не думаю вообще, вот честно сказать, успех это или не успех, ну, дали орден, ну, спасибо. Вот. А то, что прям вот все я теперь один. Я каждый день не ношу все свои ордена, честно скажу. Вот так, чтобы одеть их и пойти по городу. Вот это не моя тема искусством. И делиться опытом, приобретенным за какое-то время с другими. Я считаю, что мой основной успех, что я, видимо, того достиг, что у меня есть какие-то навыки в профессиональной деятельности, и люди ко мне идут учиться. Вот, предпочитая какие-то другие студии, считая, что у меня, видимо, лучше. Тоже темно. Чуть светлее, чем здесь? Темно. Дальше. Ух, смотри, куда стол опять ты ушел? Я же тебе исправила стол. Смотри, вот это же карандашик есть. Хотя нет, что-то было. Это даже, по-моему, здесь.